Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть Растения против зомби 2. За сегодня мы взяли награду 5 подсолнухов. 5 подсолнухов. The Corp. The корпорация какая-то. Так, ну что у нас тут? Мне дают 20 энергии. Ага. Ивент. Раз, два. Ну, давай. Давай, я гляну. Я, ребят, на таком ивенте я не был еще. Давай посмотрим, что у нас тут. Да ладно тебе, вали. Так. Что? Уничтожить зомбиков? Окей. Так, баллон. Балун. Инкомин. Я тебе сейчас дам инкомин. Я, честно говоря, я забыл уже, как он работает-то. Так вот, по-моему, да? Он работает вот так. А, насколько я помню, если вот так делаем, то там взрыв, гриб должен быть такой взрывной, да? Помню еще, ребята, помню. Так, а вот это вот не надо. Да господи. Слушай, проблема какая-то у нас. Не у нас, а у меня, блин. Черт, я не успеваю. Ну ты шарик свой дашь, блин, или нет? Стоит там, зажало, блин. Магов этих нужно валить, ребята. А что так вас много-то здесь? И этих много, и этих много. Давай, 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 взрываем. Так, минус мумия. И вот здесь еще тоже. Все, по-моему. Прошел, ребят. Ну, на самом деле, дурацкие эти шарики. Растения-то шариковые. Заберем. Сколько там? 5. Пяток. Ну, еще 20 есть. Давай. На один поединочек нам еще хватит. Опять это весь ивент... Ой. Че, я так понимаю... Ядрен матрен. Ядрен матрен, а? Блин, я забываю, что бананы же тоже у нас бомбят. Ну-ка, запусти. Тут и оно. Так, не расслабляемся. Банана, банана, банана. Куда он там перешел мне?
Бросается еще гаденыш своими этими охламонами. А че он перебегает-то с этой? Есть. Ну, довольно неплохо. Здесь ребята еще бананы сыграли свое, как говорится. Дело. Ивент меню. Ну, здесь можно было бы, конечно, еще подринкать немножко. Чуть-чуть. А что у нас? Че? Такой слабенький ивент. Так, это что? А, ну это понятно. Два дня еще будет работать. Два дня. Так, пойду сбегаю к себе на нагород. Забираем все, что у нас тут забустилось, ребята. Все, что у нас тут созрело. Так, полили. Полили. В магазин, интересно, не глюкнет? А-а-а! Будь ты неладен. Ну, понятно, эррор, дай мне... А, нет. Ты посмотри, прогрузилась. Бесплатно дай мне, пожалуйста. Грибок и свекла. Опа. А свекла, друзья мои, готова прокачаться. Свекла готова прокачаться. Ну-ка. Сколько она? Сколько вообще у меня денег? 7000. Где свекла? А, где-то здесь же показывает, да? Твою налево. Ну и где ты? А, вот она. Давай. Давай, апгрейд. Ну. Дамаг 35. Мне кажется, вообще ни о чем. 35 дамага. Мертвому припарка. Так что, у нас получается ивента нормального нету, да, сегодня? Вообще? А в Пенни пульсует что-нибудь есть хорошего? Попробуем. Давай. Такой бомбы у нас нету. Мины, точнее, мины. Может быть, получится. Ой, ненавижу я, блин. Ой, ненавижу я воду. Твою налево. Так, подсолнух берем. Давай, наверное, возьмем этого. Слушай, дофига, ребята, новых растений. Наверное, возьмем яблочную мортиру. Так, они же... Слушай, ну, по идее, мне нужна и кувшинка, да? А, хотя дальше... Блин, нафиг я взял ее тогда? Уровень вот максимальный. Ну да, конечно же. Сразу начинается с рыбачка. Вон, таскай кувшинки. Мне не жалко. Мне не жалко. Давай, бумкни их там всех. Давай, бомби.
Что, прям настолько ты мощный? Ой, идет. Идет, друзья мои, голодранец. Не надо кидать своих чудиков сюда. Не надо, обошлось. Опять этот хмырь здесь, а? Эх, ты ж жучара! Перехитрила, ладно. Перехитрила меня, конечно, та швабра. Последний, да? Лишь бы он не кинул своего хламона, а он кинет его, скорее всего. Да ну, блин. Так, цветочек, ты уж извини, придется так сделать. Ну чё, блин, за него придется. Завалил его. Фьюх. Или не завалил, подожди. Завалил. Фьюх. Такс. Ну что, получил 5 этих. Квест комплит. Забираем, да, получается? Так, и 1000 монет. Угу, окей. Так, что у нас тут? 4 самоцвета. Ну, 7 уровня, минус 250 солнца, нет. Не хочу. Не хочу. На арене, что, ребята, у нас? Кирпичная лига. Понятное дело, что это хотел-то. Что это за растение, интересно, такое? Давай посмотрим. Биб. Против Биба. Ой. Какие мерзкие эти. Какая мерзкая у тебя рожа, Шарапов, да? Так, так. И вот так. Подожди. Бомбочки. Тут рулят бомбочки, друзья мои. Тут рулят бомбочки. Готов. И я готов. Давай лысрок сразу же. А чё так разогнался, парень? Побежал он. Сломя голову, а? Засранец мелкий. Ой. Это же, блин.
Ускоряет, который, по-моему, да? Если я не ошибаюсь. Так, стоп, сейчас мы сделаем. Так вот, со всех сторон, короче, с тобой сейчас этот обкутаемся. Блин, эта фигня плохо взорвался. А, подожди. А вот этих как бомби... А, они... Фига тут у нас солнце. Ну тут изи, конечно. Изи, потому что здесь, ребята, под ультой все. Фига вы тут. Давай сюда. Чё там, кто там двигает? Он идет. Не нравится мне вот здесь вот. Да кто там толкает-то все это, что ли? Дурачок, блин. Местного разлива-то, блин. Он толкает. Ну да. Он и толкает. Надо ему под ноги подкидывать. Ну, тут выиграли, понятно. Тут изи. Вы серьезно? Вот это вот награда. Одна конфетка, это вот вы награду мне такую дали? Угу. Ну, давай. Что это за цветок? Будин-бум какой-то. Что за будин-бум? Я без понятия, друзья. А, ну что, едем дальше? Трансом 55Х. Ну давай, трансом. Ну, что, то же самое, да? Тюн-тюн-тюн-тюн-тюн-тюн. Ну тут бомбы. Бомбы разных модификаций, ребят. Брать надо, да и все. Заморозка вечно на них тут плохо влияет. Именно бомбометы. Вот этот, например, хорошо пойдет. Так, гриб. Вот этот. И гран... А, вот, бум-гранат. Нормально. Сейчас должно... Let's rock. It's coming. Куда это они телепортировались? Тин-дин-дин-дин-дин. Так, подожди секунду. Ой,
Очень мало бомб у нас на поле боя. Ну что ты там? Жмякаешь он. Давай плодить. Плодить бомбы. Так. Ну. Эй. Да чтоб тебя, блин. Да как получается-то, а? Все, здесь вроде разобрались. Но напряженно. Напряженно. Ты офигеть! Они еще прям перед лицом бы воткнули бы. Телепортнули. Прикинь. Это еще копатель этот. Стоит, а? Пройдох несчастный. Пускай он там жрет гриб этот, если ему так надо прям, если так хочется. Мы с тобой вот так вот сделаем тут все. Так, и здесь тоже победа, друзья мои. И здесь тоже победа. Так, пиньятушка там следующим будет у нас. Вот здесь, по-моему, мы еще получаем 5 перчаток, насколько я помню, да? Или что? 100 карамелек. Кстати, а 100 карамелек, если я не ошибаюсь, ребята, это можно нам... 100 карамелек это купить. Это можно же этих купить, как они там. Да ё-моё, из головы вылетело. За 100 карамелек можем купить улучшение на цветы, на растения, сколько я помню. Что ты там? Да, надо было так сделать. Че, бомбина, ну куда вот он? Они прямо под ноги, ребята, мне их засовывают, блин. Он бежит. Пройдоха. Куда вы там ломанулись? Сейчас да хихикаешь мне здесь. Хикает она. Ну-ка.
Сработало. Опять ты здесь, а, лезешь он. Так, это у нас телегоголовые ползут. Телегоголовые. Ну а как по-другому их назвать, если действительно телега на голове? Куда вы вдвоем бежите, а? Бегут они, сломя голову. Все, да? Прошел. Но здесь уже похуже, ребята, результатик. Перевес, конечно, но не очень большой. Не очень большой. Что-то у нас в пиньяте. Ой. Так, кстати. Ну, он у нас закрыт. Вот это, конечно, бесяво, ребята. Что я не могу его приобрести. Он у меня, блин, собран, а открыть я его не могу. Бред. Просто бред. Также вот этот, ребята. Сапфинт, это что такое? Может быть, сапфинт это открытие, ребята, а? Слушай, наверное, это и есть открытие. Надо проверить, где у нас можно выиграть 4 самоцвета. Где можно выиграть 4 самоцвета, чтобы... Ну-ка. А, блин, ну эту линейку пройти 8 заданий, ребята, блин, 8. Потянули я 8 заданий-то. Так, кирпичноголовые. Мне нельзя здесь подсолнухи иметь. О, щит. То есть, ну зашибись. А как я буду энергию получать? Энергию, говорю, как буду я получать здесь, а? Вот и я, ребят, не знаю. Ладно, на пробу, короче, возьмем сейчас пока. Ну так вот, посмотрим, что из этого получится. Кирпич на голову — это мощные ребята.
А у меня все. Да ну, это нереально же, блин. Столько волн еще будет впереди. Ну-ка, давай ускоримся. Сейчас посмотрим, что. Если она не вернется на место. Она не вернется, ребят. А как тут, интересно, тогда проходить-то? Тебе дали 1700, проходи как. Не, ну тут, наверное, вот это они рассчитывают на трату. Не, ребят, я так не буду играть. Да это фигня полная, полнейшая. Не, ребят, я сдаюсь. Какой-то бред. Со всех сторон идут. Надо где-то другое место. А где можно еще выиграть? Где мы? Не знаю, ребят. Колло. Эй, не надо вот это вот. Этого мне не надо. Мне давай. Ну где мои бомбочки-то? Вот. И вот эту возьму. И вот эта бомбочка. Все, поехали. Поехали. Сразу начинаем с грибов. Разорался. Че ты сюда припер, а? Видишь, я не понимаю, прям перед ногами, перед твоим лицом появляются. Так, где у нас там? Давай, поехали. Да-да-да-да-да, конечно. Мелкий хмырь. Тебя-то мы сюда как раз-то и ждали, блин. Так, поехали.
Итак, итак, что у нас там, ребят? Пока нормально, да? Пока выруливаем ситуацию. Пока ситуацию выруливаем. Опа! Продинамил, ребята. Вспышечка там не очень хорошая была. Скоряет, скоряет. На. Бамбуча, я еще так сейчас сделаю. Кто там уже сдвигает? Где там сдвигатель? Выигрываем, пока выигрываем, Вера. Опять же, не очень большой перевес. На самом деле 2000 монет. Так, две пиньяты. Ну, поехали. Это две пиньяты, ребят, самые первые, самые начальные. Может быть, на ускорение, Так, давай распространять наши бомбочки здесь. Куда ты бежишь? Куда ты вот бежишь, титька тараканья, а? Разогнался он. Мне кажется, бомбы надо вот в самом-самом, ребят, начале закидывать. Там они вообще идеальненько срабатывают. А чё, им пофиг, что ли? Не пойму. Нормально. Нормально, они тут, конечно, чудят, бегут. Он ж хорош. Беги, бежит он там. Так, чё, ни одной... О. Отбился. Ребята, я проигрываю. Офигенно проигрываю. Офигенно. Да, продул. Чуть-чуть, ребята, не хватило. Ну, я не буду, наверное, тратиться здесь. Мне и так нужны эти самоцветы. Я не знаю, где, ребята, их заработать. Ну, серьезно, это 4 штуки, блин, без понятия, где их взять. Да нафиг ты мне свой магазин-то все подключаешь. Здесь нету. Здесь нету. Хотелось бы, конечно, чтобы тут были, но их нема.
Так, что этот зомбот тут пришел? Корпорация З. Так. Угу. Противостоять этой корпорации, значит, возьмем двойной подсолнух, наверное, возьму и зуми-то, по-моему, не слабенькие, насколько я помню, или слабенькие, наоборот. Поехали, проверим. Вот этих двух хламонов, наверное, я должен, ребята, их защитить, скорее всего. Наверное. Они, по-моему, здесь ватные, ребят. Или мне хотелось бы, чтобы они были ватные. Нет, по-моему, здесь... А, у меня все... Слушай, а почему у меня... А, с деньгами проблема, потому что у меня... Потому что он не дает мне подсолнух. А где энергия-то? Подсолнух. Что-то ты так долго думаешь. Ну уж долго, очень долго думаешь. Еще залпик. И еще залпик. Все. Да, ребят, тут изи. Next level. Следующий. Что у нас там будет награда? 2500, да? 2500 монет. Теперь орехи я тебе должен защитить. Ой. Да? Рвануло так и хорошо, а? Тихо, ребятули, хорош. На кресле на своем шпарит. Кстати, таких раньше зомби не было, я не помню, ребят. Ой. Финальная волна. Блин, прикольный. Мне этот этап понравился. Довольно такой. Еще музыка такая. Ну все, отдупляйтесь. Послушный я. Ты отдуплишься или нет, а? Он пока не сожрет, да? Ничего не получится. Единственный вариант — это вот так вот рвануть. Так просто быстрее, пока бы он этот орех, ребята,
проживал, пока бы он взорвался бы. Поехали. Так, это третий уровень, да, получается у нас? Это после него 2500 будет выдаваться нам. Так, а тут уже что-то интересненькое. Этот сдувает, что ли? Наверное, против летунов этих сдувает он. Наверное, нам... если он тут один... Газетчик, блин, бесявый. А где у нас эти, которые сдувают-то, а? Заморозка, это не то. А-а-а, он под запретом у нас. Он у нас под запретом, оказывается. Поехали. А, так у нас есть кому сдувать. Тьфу ты, блин. Тут, а этот чувак одноразовый. Один раз пшикнул, и все. Ну. Так. Ага. То есть тут в основном идет акцент. Так, газетчик. Был газетчик и не стало газетчика. Ну тут дофига газетчиков, ребят. Что это делает? Да ничего тут особенного. Ну все, это последний зомбик. Прошли. Две пятьсот. Две пятьсот. А что за один уровень они у меня отнимают 20 вот этих вот баночек? Ну, за один проход, нифига себе. Так, это уменьшители. Уменьшитель, блин. Бесяв этот ботан. Что сделать-то? Наверное, так. И давай дурина возьмем тогда. Блин, мне не нравится, они мощные. Они, блин, мощные. Хотя, если через уменьшатор, если мы будем их уменьшать, они будут изи. Я надеюсь на это. Thank you.
Ну, ну а вообще их в труху. Такие офисники, ушибалы такие. Психи. Так, вот будет лучше, наверное, да? Такой звук. Сдулся, блин. Чемилки там идет. Эй! Вообще их уничтожает. Просто их сдувает. Горшочек выпал. С медом, естественно. Ну и последний, да, хламон. Нифига не последний. Нифига не последний. Блин, что-то мне жрать захотелось. Аж в животе засосало. Как это называется? Под ложечкой засосало. Да. Легкие, ребят, легкие эти события. Да иди ты, зомбот. Нет, это не зомбот, это профессор зомби. Все, больше у меня, ребят, нету этих, блин, два самоцвета, блин, не получил. Нет, это не то. А что тут? Это новое обновление, что было? Новые растения, Бадабум, Айсшрут. Ну что, друзья мои, давайте тогда... Что это такое? Ой. А, ну правильно, я же все тут заюзал, использовал. Все, друзья мои, на сегодня будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!